Теперь жители Инбекшинского района могут не ездить в областной ЦОН. В своем районном отделении они смогут оформить справки, получить ИИН или обменять документы, удостоверяющие личность. Новое отделение находится в микрорайоне «Север», в бывшем здании магазина «Возрождение». Очень удобно. Не надо ездить в город. Здесь свободно можно оформить документы. В зале ожидания посетители ждут своей очереди. Здесь же на первом и втором этажах здания специалисты ЦОН принимают документы и дают консультации. Мы сейчас оказываем услуги паспорта, удостоверения, гражданства, можно сказать. В принципе, все услуги, которые указаны в реестре государственных услуг. Для удобства горожан такой же районный отдел открывается в Аль-Фарабийском районе. ЦОН Аль-Фарабийского района будет располагаться. Сейчас, в данное время существует наш 5-й филиал. Это по республике 15. Там останется все услуги, будет скоро оказывать на тоже модернизированном ЦОНе. Абайский районный отдел остался в здании областного центра обслуживания населения возле центрального стадиона.